Пробуем. Смогла. Я думал, уже не сможет. Крутила не очень хорошо. Тебя ничего не видно. Ничего. Коробка старенькая. Работает. Молодец. Тяжело. Тяжело. Заглохло. Тяжело. Она неделю не стояла. Опа. В принципе, то, что она стояла неделю, и аккумулятор высадился, это неплохой результат. Завелась, работает. Я почищу, может быть, поезжу немножко. Прокрылочки, наоборот, они у меня такие. Чтобы любите свои машины, чтобы они вас не подводили. Самое главное — аккумулятор. Охренеть. Ёб твою мать.
вообще прикольно. И заводим. Машина завелась. Климат работает, пока мы его убираем, чтобы он не горел. Магнитола не включилась. В принципе, все. Заводка прошла в 31 градус со второй попытки. Всем спасибо, пока. Стоп. Пробуем завести. Делаем остановку секунд на 10. Все, машина завелась, обороты пошли. 33 градуса показывает компьютер. Время 12 часов дня. Стояла с 8 вечера. Машина завелась, обороты чуть меньше 2000, даже ближе к 1500-1600. Поэтому поработает, погудит и поедем кататься по городу. О, обороты уже упали до 1400-1300. Это жесть. Минус 38. Фу, капец. Ехать домой далеко. 38. Охренеть. Я сижу в сугробе, вообще ничего не вижу. О, жесть. 38 градусов. Капец, я в шоке. И сцепление там залипло. Кулемаган. Stop soon because she's not going to start. Try it again. I'm going to have to boost it for sure. Okay, attempt number two. Come on. Come on. Sounds like shit. Up a bit more, try it again. Now she's running.
forgot to mention now that the van is going and it's turn this around. The van is actually running. It's minus 40. The most important thing you gotta do now is not move anything. Don't turn the steering, don't try to move the vehicle until she warms up, because all the fluids are still cold and that's when you break hoses and lines. So she has to run for quite a while before you can even do anything with it. Alright. There we go. Let's unplug it all and get out of this freaking cold. Thanks for watching. So look at that. Boosting two Dodges in one day. Just had to put that out there.